Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу передачу «Прием по личным вопросам» у главы городского округа Станислава Константиновича Суханова. Ну вот вопрос сложный, который долго решался и наконец решился, но жители до сих пор продолжают изображение. Знаю, что бывший жилкомсервис из-за огромных долгов преобразован в жилкомсервис СЛ, а все его долги легли на наши плечи. На каком основании для населения, невзирая на закон, тепловая энергия повысилась 2 раза в году, а лично для меня 3 раза? Как восстановить справедливость? И что не менее важно, ответьте, почему столько времени смотрели, как копятся долги, опомнились, когда газ перекроют и лишат нас горячей воды. Неверов, Сергей? Ну, я понял. Вот смотрите, давайте я постараюсь еще раз поэтапно рассказать ситуацию, которая развивалась вокруг жилкомсервиса. Не жилкомсервиса, СЛ, которая новая предприятие, а вокруг жилкомсервиса. Чтобы у людей было хотя бы понимание вот этих процессов. Вот могу сказать следующее. До 2010 года, предприятие «Жилкомсервис» не имело убытков от своей хозяйственной деятельности. Убытков оно не имело по одной простой причине. Реализация тепловой энергии горячего водоснабжения, оно осуществлялось по формуле норматив, умноженный на тариф. Тариф – это всегда политическая величина. Начиная там еще с советских времен, мне кажется, всегда смотрели, какой тариф, и все пытались попасть в какой-то среднеизвешенный тариф на территории там, субъекта федерации, на территории Российской Федерации. И вот у жилкомсервиса он был в такой золотой середине, как и у всех тех предприятий, которые существовали. Он там. А норматив, он был такой, какой был. И когда вы умножали норматив на тариф, получали сумму, за которую свою продукцию продавал жилкомсервис. С наступлением закона о энергосбережении, когда начали устанавливать приборы учета тепловой энергии, в первую очередь на бюджетных сферах, а потом уже и на квартирных домах, это касается и отопления, и горячего водоснабжения, начинаются интересные вещи. Причем водоканал прошел эту практику на 2-3 года раньше, и мы знали, что будет то же самое с жилкомсервисом. Что происходит? Происходит следующее. Сначала мы обюджетили, сначала мы оприборили, видите, наши бюджетные учреждения, школы, садики, дворцы культуры и прочее. И мы увидели, что норматив, который был на этих бюджетных учреждениях, он как минимум завышен от факта потребления процентов на 30, а где-то и на 50. Что происходит? Происходит реализация следующим образом. По этим бюджетным учреждениям нет норматива, а есть факт потребления по приборам учета, который упал там на 30%, давайте в среднем говорить на 30%, и который умножается на тариф. То есть баланс уже нарушается, сумма уже в конце итоговая, она уже становится меньше. Но бюджетники – это только процентов 20-25 от реализации жилкомсервиса. В это же время начинается другая, ну скажем так, веха в тарифах жилищно-коммунального хозяйства. Президент говорит, ну нельзя поднимать стоимость тарифа больше, чем инфляция. Ну, так и было такое. Так, это одно условие, да. Это было одно из условий, что нельзя поднимать. При этом тарифы, утверждение тарифов забрали на уровень субъекта федерации. Они уже перестали утверждаться в местной думе, да. А мы продолжаем оприбаривать уже и многоквартирные дома. На сегодняшний день по горячей воде там почти 100, ну не 100, но... Ну, близко. Близко, да. Ну, большая по отоплению там 60 с лишним, 64%. И что происходит? Все время происходит снижение потребления на 30%. И все радуются, все говорят, ой, как все здорово, наши жители начали меньше платить за жилищно-коммунальные услуги. Ну, люди к тому же экономить начали. Начали, принципе, на воде, плюсом люди начали, конечно, экономить, но на тепле-то сильно не сэкономишь. Нет, на тепле-то, конечно, исключено, да. Поэтому мы про тепло в первую очередь говорим. Горячая вода, она не так много составляет реализации жилкомсервиса, но хотя тоже значительная сумма. И получается, а тариф при этом все время поднимает на 6-7%. И начиная с 2011 года у жилкомсервиса возникает так называемые впадающие доходы, которые не покрываются поднятием тарифа и снижением реализации. Вот понятна моя мысль, да? Ну, конечно. Я могу сказать следующее. 2011 год. Сейчас точно я скажу. 1 200 000. Это выпало, которое выпало и которое ничем не покрывается. Но 1 200 000 не такая большая сумма, мы на самом деле покрыли его из бюджета. 2012 год мы продолжаем дальше оприборивать.
наших потребителей. Но при этом никаких выводов. Ну а какие выводы? Ну, выводы делаем, что да, растет долг. Но растет, и мы понимаем, что он будет расти. Растим дальше. Но тариф-то устанавливаем не мы, а устанавливает субъект федерации, региональная комиссия Свердловской области. Она все равно понимает, что выше инфляции мы не можем поднять. Снова устанавливает тариф. В 2012 году мы получаем уже вместо 1 200 000 мы получаем убытков. Сейчас скажу, мы получаем убытков около 8 миллионов. В арифметической прогрессии. Да. 2013 год, та же самая практика, и мы получаем убытков уже порядка 18 миллионов по жилкомсервису. Вот за 3 года 8, 18 и 1 200 000. Грубо говоря, уже ни много ни мало по 30 миллионов, по 25 миллионов сделали убытков. В 2013 году область, понимая, что ситуация так не может развиваться, дает областные гарантии на покрытие этих убытков. И наш жилкомсервис получает 20 миллионов рублей гарантий с области, потому что такая ситуация же, она понятна. Раз... Не только у нас. Она по всей области такая. Ведь прибавление происходит по всей области. И все начинают страдать. Все же оказываются в ситуации, потому что у всех заниженный тариф и завышенный норматив оказался. Так оно было. И это правда. И область дает 20 миллионов рублей. Мы со своей стороны из бюджета даем 10 миллионов рублей. И покрываем все убытки жилкомсервиса. Наступает 2014 год. У них плановых убытков уже 28 миллионов. Потому что приборов все больше, а тариф не поднимают. Когда стало 28 миллионов рублей плановых убытков по итогам 2014 года, и тариф, который принимается на 2015 год, плановых убытков 32 миллиона рублей, мы говорим, подождите, но мы понимаем, что если область давала на покрытие убытков, то в принципе, наверное, что-то еще дадут. Но область в 2014 году говорит, а мы не дадим больше на покрытие убытков. Мы говорим, ставили перед фактом. Да, мы говорим, а как это вы не дадите? Почему это вы не дадите? Вы приняли такое политическое решение на уровне региональной комиссии. Почему бюджетные и муниципальные образования должны при этом страдать? А на 15-й год вы принимаете решение, что у нас 32, а нам никаких бюджетов не хватит, уважаемые члены правительства области. Вы что творите-то? Если вы принимаете такие политические решения, выполняете волю президента, донесите субсидиарную ответственность. Либо покрывайте вот эти убытки, либо давайте что-то вы будете давать с областного бюджета, что мы будем давать с местного. Но это же логично. В 2014 году 28 миллионов не покрывается ничем. Мы не могли в 2014 году жилкомсервису давать на покрытие убытков. У нас 2014 год проходил под знаком воды. Помните? 2013-2014 год. И мы 20 миллионов только на покрытие убытков дали нашим горком сетям. Дали на почти 10 миллионов еще на то, чтобы вот эту ситуацию, которая возникла, как-то регулировать. То есть 30 миллионов. У нас не было возможности давать еще и туда. И получается, что мы в 2015 году имеем непокрытые убытки в размере 28 миллионов рублей, и мы все еще надеемся, что область что-то даст. Но область говорит, нет, практика такая. Тогда я говорю, ну хорошо, а что-то делать? У нас нет возможности сегодня вот такой объем покрывать. Причем жители ничего не покрывают. Жители, дай бог, свою составляющую хотя бы платили. Наступает следующая практика. Действительно, Уралсевергаз понимает, что 28 миллионов с 2014 года, до 32 еще рисуется на 2015 году по итогам года. Он говорит, Станислав Константинович, так у тебя за 2 года убытков по этому предприятию будет ни много ни мало 60 миллионов рублей. Как ты будешь их покрывать? Я говорю, я не знаю. Он говорит, ну слушай, ну чтобы их не растить, мы давай будем отключать тебе горячую воду. Потому что ведь при такой позиции горячая вода, она вообще принципиально убыточная, она еще дает убытки. Иначе ты вообще никогда не рассчитаешься с нами, твой жилкомсервис, ну, в принципе, не сможет рассчитаться. Не вылезти, да. Не вылезти. Я говорю, хорошо, какие предложения? Он говорит, ну, предложение два. Первое, у тебя, там было три предложения вообще на самом деле. Мы их должны выполнить. Первое, говорит, что ты должен сделать? Ты должен перестать копить убытки. Я говорю, каким образом? Он говорит, ты должен доказать области, что тот тариф, который существует по вашему предприятию жилкомсервис, он является экономически необоснованным. Я говорю, ну я не могу это сделать, потому что ну вот не слышат нас. Он говорит, ну это твоя проблема, как главы муниципального образования. Я говорю, ну если тариф пересчитает, тогда же это ляжет на плечи населения. Уралсевергаз говорит, да. Но если ты можешь платить за население, плати сам. Я говорю, нет, не могу, у меня нет таких денег в бюджете. У нас нет таких расходных полномочий. Он говорит, второй момент. Если ты решишь первый вопрос, мы тебе разрешим бюджетом 2016 года покрывать убытки за 2014 год. 20 миллионов рублей ты должен вложить в бюджет 2014 года. То, что ты наработал в 2014 году. И рассчитаться с нами в первом полугодии 2016 года. Я говорю, хорошо. И третий вопрос, который они меня просили, это перейти на расчетность населения не по 1/12, как в сухом лагу это принято, а по факту потребления. Я говорю, да как они зимой это будут рассчитываться? Тяжело же им. Он говорит, ну а как ты по-другому-то планируешь с нами работать? Хорошо, поэтому
Поверьте, я не дал команду на закрытие горячей воды. Я просто вынужден ее был закрыть, потому что даже не я, Жилкомсервис, потому что у них прямые отношения с Севергазом. Но понятно, что я как посредник здесь участвую, все-таки предприятие муниципальное. И что получается? Получается, что вот эта ситуация, когда мы закрыли горячую воду, она стала как бы инициатором или катализатором уже более серьезных отношений на уровне правительства Свердловской области по вопросам формирования тарифа для нашего теплодателя. Ведь я же не вылазил в то время, это был, ну, наверное, апрель-май, когда мы вели переговоры из Севергаза и правительства области. И нам удалось Денису Владимировичу Пасверу доказать о том, что Денис Владимирович при такой политике, которую занимает региональная комиссия, и выполняя указы, политическую волю президента не повышая, потому что население не может оплачивать, тогда вы должны из бюджета области компенсировать. Другого-то варианта нету. Мы не можем из бюджета муниципального образования находить такие суммы. Денис Владимирович, ну, надо дать ему должное. Мы несколько раз с ним встречались. Он дал задание региональной комиссии все-таки проверить обоснованность, экономически обоснованного тарифа, который стоит на территории городского округа Сухой Лог. И после того, как региональная комиссия проверила и сказала, что тариф де-факто является заниженным, неэкономически обоснованным, было принято решение о поднятии тарифа. И все было сделано в рамках действующего законодательства. Вот тут не было нарушения, потому что никогда бы область не пошла на нарушение федерального законодательства. Да, создалось новое предприятие, которое получило новый тариф. Но он близок к тому экономически обоснованному, который, ну если не покрывает 100% убытков, но по крайней мере позволяет предприятию на начальном этапе работать без убыточности. Выполнив вот это вот задание, или скажем так, выполнив это условие Уралсевергаза, я приехал в Севергаз, потому что тариф-то мы, извините, защищали до... Мы его защищали, я сейчас скажу, уже в августе месяце. Все это время, все лето мы работали по формированию нового тарифа. Деваться некуда. Севергаз говорит, хорошо, я вижу, что представитель правительства дал команду на изменение тарифа по вашему предприятию, по Сухому Логу. Я говорю, следующий этап 20 миллионов компенсации убытков за 2014 год. Мы будем закладывать в бюджет 2016 года, как я вам обещал. И вы увидите это у нас в бюджете. Здорово. Ну, переход на по факту потребления я вам не обещаю, потому что это не так просто. Я не вижу тут необходимости, давайте работать в следующем графике. Севергаз еще попросил, чтобы собираемость бюджета, ну, вернее, платежей была на уровне там, 68%. Кстати, у нас сегодня собираемость 66,5%. 60, не 66, а 98%. Извините, пожалуйста. У нас сейчас собираемость 96,5%. То есть собираемость платежей падает, платежеспособность населения невысокая. Мы сегодня... Она не растет. И только вот благодаря этому нам удалось в рамках мая, с 18 мая по 1 июля, в принципе, договориться с Севергазом, чтобы нам подали газ для Жилкомсервиса. Вопрос. Что потеряли жители в этом случае? Смотрите, все, что касается первой котельной, это где горячая вода от первой котельной, у них как было, так и было. У них всегда с 18 мая отключали и 1 июля включали. Мы же 1 июля включили горячую воду. Да, пострадали котельные, которые у нас, это 5-я котельная Север микрорайон, это где-то, наверное, частично пострадали юго-западный район, СМЗ и котельные Кунары, там, где прямая горячая вода. Но мы ведь пошли на то, что мы вместо там месяца где-то стало полтора месяца, но мы уже больше не отключали горячую воду ни в июле, ни в августе. Мы за это время, пока вот этот вопрос решался, провели плановые работы этих котельных. Тут так же ведь было, и больше уже никого не дергали. Но представьте, если бы я поступил по-другому, если бы я не стал реагировать на предписание Севергаза и ну, занял бы такую позицию, мы бы дождались чего? Дождались бы того, что к нам приехал бы Севергаз, опломбировал бы все наши котельные, все наши котло, газопотребляющие оборудование, наши котлы. В итоге мы бы что бы могли получить? У нас до 1 июля работала городская баня. А 18 мая было ограничение по газу. Баню мы сохраняли, хотя бы сохраняли. У нас все лето отработала котельная на спорткомплексе здоровья. Там была летняя оздоровительная кампания. Дети ходили, купались в бассейн. Если бы мы заняли более жесткую позицию, у нас бы ни городской котельной, ой, бани, ни спорткомплекса здоровья не было вообще. Мы бы сидели бы как многие города Свердловской области. Поэтому на самом деле, я еще раз говорю, в рамках законодательства не было нарушения никакого.
В рамках того, что люди покрывают убытки, это неправда. Люди платят то, что платят. Был какой тариф, по такому тарифу не рассчитывается. И они не могут, в принципе, покрывать убытки предприятий. Они могут рассчитываться по тарифу, утвержденного РЭК. А экономический... Он вырос, понятно, что... А сейчас он вырос. Сейчас он вырос. Ну давайте мы будем работать по тому тарифу, который не позволяет нам экономически правильно вести. Копить по 30 миллионов, непонятно, куда их, какими гасить. Так мы тогда как режь будем. Вот они сидят всю жизнь без горячей воды. У них задолженность... 320 миллионов за газ. Ну вот у нас сегодня 43 миллиона за газ задолженность. А у РЖ 320. Они вообще забыли, что такое горячая вода. Ну что это? Ну давайте тогда по этому пути пойдем. Но это ведь не выход. Все равно мы должны платить за то, что нам поставляют. Другого-то варианта нету. Но если вы считаете, что вам дешевле сегодня горячую воду нагревать бойлером электрическим, так сделайте себе бойлер электрический. Откажитесь от горячей воды. И когда летом она отключается, у вас хоть горячая вода будет от бойлера. Ну так ведь оно. Поэтому никто не покрывает убытки жилкомсервиса. Убытки жилкомсервиса мы покрываем либо за счет областного бюджета, но последние годы областной бюджет отказался это делать, либо за счет местного бюджета. И мы сегодня за первое полугодие наработали еще 18 миллионов убытков. Ну не 18, так, 14 миллионов убытков. Их тоже надо будет в дальнейшем покрывать. Поэтому это еще не последние 20 миллионов, которые нам давать. А то, что человек хочет платить меньше, да это нормально. Я тоже хочу меньше платить. Я вам скажу, что я был в магазине, и могу сказать, что если красная рыба раньше стоила, ну вот это наша семга, да, которая вот она такими большими вошами. Семга, форель, да. Я обратил внимание, она стоила 300 рублей, то сегодня килограмм стоит 1000 рублей. Если раньше на 1000 рублей можно купить, купить вот такую рыбину, то сегодня уже не купишь. Но при этом же ведь... Она была у нас норвежская, получается, дешевая, а теперь норвежской нету. Теперь, получается, наша дорогая, что ли, стала? Ну, но если она стоит 1000 рублей за килограмм, ну, ее не продают по 300 рублей за килограмм. Отдельная тема, где мы ставим ножки сами себе, да. Где вот? И здесь то же самое. Поэтому с жилкомсервисом не так все просто. С другой стороны, ну если бы даже мы вот на все это дело махнули рукой и начали бы его банкротить, вы думаете, горячая вода была бы у нас? Да у нас бы и не было, лет 5 еще. Процедура банкротства занимает такой длительный процесс. И кто будет ее давать горячую воду? Поэтому, поверьте, я адекватный. Я делал все, чтобы вот эту найти какую-то золотую середину. Ее не просто на самом деле найти. Но дай бог, что может быть у нас все получится. Потому что ведь никто нам не просит эти долги. Так, вот Станислав Константинович, вопрос немножечко, сейчас мы шире возьмем. Значит, по поводу того, что в городе, особенно в период осенний, город грязный. То ли это от того, что плохо метут, то ли недостаток, то ли на самом деле мы сели настолько, дома ушли, значит, на какое-то там, я не знаю, сколько сантиметров под землю, как объясняют, что они стали ниже уровня дорог и так далее. Вот, и плюс к тому еще ситуация усугубляет, значит, хозяева магазинов, которых у нас очень много. Вот народ все время говорит о том, что почему бы не прописать в договорах или значит, в разрешениях, которые даются на строительство, в частности, вот павильон по юбилейной 25, благоустройство территории, не следить за этим, не штрафовать или там, я не знаю, лишать лицензии особо злостным, значит, хозяевам, которые не выполняют. Вот что дом 25 по улице Юбилейной тонет якобы, что провариваются люди в лужи, в грязь. Вот как-то в этом работа. У нас раньше был торговый отдел, какая-то работа шла с предпринимателями. Сейчас ну вы там сами-то выезжали на место, что там тонет дом-то? Там тонет с торца один магазин. Да, с торца, павильон. Но там же жительница обращается, что вот ребенок не может пройти. Так ребенок в магазин идет? Или ему вот трудно обойти 30 метров вокруг этого строящегося? То есть вы за то, чтобы обходить это? Ну, я нет, я не за то, чтобы обходить. На самом деле, я за то, чтобы было порядок. Но я могу сказать следующее. В проектах, которые мы раньше согласовывали для субъектов малого предпринимательства, мы на самом деле с той целью удешевления не закладывали раздел «Организация производства работ», так называемый. Да? Но это приводит к тому, что у нас, к сожалению, ну, наша безалаберность, сами в проекте этого нету. Вот удорожание проекта ведет примерно 10-15 тысяч рублей для субъекта малого предпринимательства, если он будет еще и проектировать проект организации работ. Что туда включает? Это перед тем, как получает застройщик разрешение на строительство, он представляет в отдел архитектуры и градостроительства проект организации строительства, в котором разрабатывается организация строительной площадки, ее ограждение, устройство проездов строительной техники и другие решения, вплоть до того, что там делается архитектурное решение. Как это положено?
Мы вот этого не делали. Мы не хотели на, скажем так, давить на проектные решения наших субъектов малого предпринимательства дополнительными деньгами. То есть этого в проекте... Опять же, поддержка малого бизнеса. Да, этого в проекте нет. Вот у них есть проект, внешний вид, там эскизные там какие-то выполнения, а этого нету. Но мы понимаем, что это ведет вот к этим неудобствам. Сегодня вот эта вот предпринимательница, которая согласовывала проект в 2012-2013 году, она сегодня только, ну вот опять-таки, с обращения главного архитектора и отдела архитектуры пообещала, что она выполнит дополнительную возможность, вот выполнит на период строительства, решит вопрос прохода вот к этому магазину. Но в принципе это принципиально неправильно. Если бы это было все в проекте прописано, то этой бы ситуации не возникло. Мы наконец-то решили, что, ну, раз обращений таких много, там строят, нарушили какую-то пешеходную зону, там нарушили. Понятно, что когда они построят и по тем, как сдавать, мы все равно с них это потребуем. Но ведь до сдачи у них тоже есть какой-то срок, и вот это вот время вызывает определенные неудобства у жителей, в том числе и людей, которые ходят в магазины или проходят. Поэтому с Дмитрием Александровичем Чебыкиным, это вот у нас новый архитектор, мы приняли решение, что несмотря на удорожение, мы заставляем с этого года предпринимателей, ну вот получается уже даже вот с этого года, уведомили об этом всех проектантов, что вот этот раздел проект организации производства работ в проектном решении должен быть. И с нами согласились проектанты, ну им что, деньги дополнительно заработать можно. Субъекты малого предпринимательства, конечно, ворчат. Но только вот эта правильная работа, вот этот вот именно такой подход может решить вопрос. Потому что если будет прописано, где у нее должен стоять кран, и что она будет делать с этой дорожкой, и как у нее будет огорожен, тогда мы увидим весь комплекс проблем. А сегодня это находится в хаотичном решении. И вы правильно говорите, что жители жалуются. Но вот понимаете, все равно я всегда говорю, что решая один вопрос, мы всегда говорим, кто за это будет платить. Вот за это будут платить субъекты малого предпринимательства. Но нам сегодня рекомендовано их как можно меньше нагружать проблемами, так скажем, административного или регламентного характера. Но здесь, я считаю, ну, нас просто жизнь заставляет это делать.